снова привет, друзья! Начинаем, открываем сезон кошения большой травы. А то есть будем косить сегодня мотокосой, штиль FS250. Мы делали раньше, месяца два назад, обзор этих мотокос. Очень хорошие мотокосы. Это профессиональные, которые используются в лесном хозяйстве, в садоводчестве. Используются при больших нагрузках. Ее можно косить целый день в течение всего сезона. Каждый день. Очень хорошие мотокосы. Ставлю им только положительные отзывы. Мотокосы бомба. Начинаем мы косить. Сейчас апрель месяц. Вот это первый раз мы начинаем косить после зимы. Открываем сезон, в общем. Обслужили мы мотокосы. Старый бензин, естественно, мы слили, который был еще осенью. Разбавили новый бензин маслом 95-й. И залили свеженький, чистенький бензин. Поменяли все расходнички, воздушный фильтр. Свечу поменяли. Не забываем смазывать редуктор. Здесь такая есть. Болт такой, который выкручивается, и туда набивается смазка. Каждые там 40-25 часов работы вы набиваете смазку. Такой шприц я вам дальше в следующих передачах покажу. Набили смазку под давлением, закрутили этот болт, прокрутили, все, и у вас редуктор смазанный. Не забывайте смазывать редуктор. И есть такие люди, что не знают, что надо смазывать. Если не будете смазывать, со временем он придет в негодность. Леской мы пользуемся 2,7 мм. Если ставить больше леску, 3,3 будут выскакивать вот эти штучки в головке. Короче, смотрим. Сейчас я завожу и будем косить. Для этого требуется нам сбруя вот такая, защитная каска и перчатки. Ждем, пока мотокоса прогреется, одеваем перчатки, средства защиты, сапоги, спецовку. Я одеваю дополнительно еще очки, и после очков уже надеваю шлем с наушниками. Смотрим, друзья. Так, друзья, видели, как эта мотокоса работает в деле. Всем советую. Очень таки достойная мотокоса. Если вы ее купите, проблемы не будете иметь.
нас они еще сборка немецкая. Сейчас я узнавал, все производится в Китае, 250 штук. Короче, всем советую. Коса безотказная. Сейчас вам покажу ближе. Надеваем наушники. Данной косе 5 лет. Видите, как она, и слышите, как она работает на холостом. Работают они очень много, очень. Подписываемся, друзья, на канал, ставим лайки. Дальше будут очень интересные видео. Еще буду рассказывать про мотокосы. Открываем сезон. Дачники, вперед за орденами. Всем пока!